Писать учат в школах по всему миру. Письмо – важный способ общения, а также простое, емкое и очень личное средство выражения мысли. На Востоке буквы изображают при помощи кисти. Каллиграфия – все еще очень популярное искусство, и одни и те же символы служат как художественным, так и повседневным целям. Письменная речь упорядочивает и сохраняет лучшие идеи и самые смелые надежды человека. История письма идет в ногу с историей западного мира. В первом веке по всей Европе римляне выбивали надписи на памятниках своим завоеваниям. Так появилось капитальное письмо. В IV веке монахам Европы и Ирландии для их трудоемких манускриптов понадобился более быстрый почерк – унциал. А 400 лет спустя все более интенсивное общение потребует новый инструмент, которым окажется каролингский минускул. Именно он затем станет прообразом современных строчных букв. Перед вами страница из Библии Иоганна Гутенберга, набранная готическим шрифтом, текстурой. Книгопечатание, как новая технология, никак не повлияло на первые наборные шрифты. Напротив, в них нашли отражение архитектура и искусство того времени. В XVI веке изысканное искусство Возрождения породило канцелярское письмо, также известное как канчеляреска. Выразительность и красота пропорций ставит ее в один ряд с другими достижениями Ренессанса. Эта старая башня была построена в 1460 году недалеко от Франкфурта, Германия. Практически в то же самое время, всего в 25 милях отсюда, в Майнце, Гутенберг печатал свои книги. А сегодня, благодаря одному из известнейших дизайнеров, здесь начинается новый виток художественной эволюции алфавита. В тишине и уединении здесь работает Герман Цапф, продолжая исторические традиции изображения букв в их новых компьютерных формах. Цапф начал заниматься буквами в 18. Он до всего дошел сам, много лет изучая исторические источники и оттачивая технику. Он считает, что будущее должно опираться на прошлое. Чтобы искусство развивалось гармонично, нужно помнить о его истоках. Но это не должно означать монотонное копирование. Он полагает, что искусство прошлого должно плавно переходить в искусство современное. Для Германа Цапфа типография и леттеринг — это плоская архитектура. Буквы, утверждает Цапф, должны передавать послание читателю, в том числе через гармоничные пропорции, ритмичные линии и сбалансированный контраст. Во время последнего визита в Соединенные Штаты Герман Цапф решил познакомить художников Hallmark Cards со своим ювелирным, но трудоемким ремеслом. «Я долгое время экспериментировал, пытаясь найти достаточно яркие чернила, которые давали бы четкие тонкие линии, в особенности необходимые для маленьких букв. Бутылочные чернила не обеспечивают такой свободы, как брусковая тушь, растертая в тушечнице. Шеллак слишком быстро высыхает на перья, и после нескольких букв оно уже не дает такой тонкой линии. Приготовление туши занимает всего несколько минут. Сначала нужно капнуть на нее чистой воды. В Японии тушь называют суми. Она есть в художественных магазинах, но пользуйтесь только китайской. Японская тушь не очень нам подходит, хотя и продается на каждом шагу.
тушь наносится с помощью мягкой кисти. Так вы не только набираете ее, но и чистите перо. Правильная постановка руки очень важна. Я начал учиться работе с буквами самостоятельно около 30 лет назад, опираясь только на книги Эдварда Джонстона и Рудольфа Коха. Я потерял почти 2 года, пытаясь добиться правильных четких форм, держа перо под неправильным углом. Он был слишком мал. Посмотрите сами. Если держать его неправильно, вот так, буквы получаются слишком тяжелыми. Им не хватает элегантности. Увеличьте угол, вот так, и хват будет увереннее. Вы сможете лучше контролировать перо. Обычно мы работаем на ровном или почти ровном столе. В прошлом же использовали конторки, как на этой гравюре Альбрехта Дюрера, изображающей Эразма Роттердамского. Конечно, важен также и нажим, но о нем я бы хотел поговорить чуть позже. На примере цифры 4, которая хорошо подходит, поскольку не сильно менялась в ходе истории, рассмотрим несколько приемов работы с плоским пером. Чтобы горизонтальная черта была чуть тоньше, чем базовая, перо нужно взять вот так. Если у вас получилась такая же цифра, как здесь, значит рука и перо находятся в правильном положении. Это неудачные варианты. Я считаю, качество бумаги также имеет большое значение. Если поверхность слишком гладкая, контролировать перо будет сложнее. Это как ходить по льду. С другой стороны, слишком грубой бумага тоже быть не должна. В основном я использую бумагу ручной работы с хорошей проклейкой или обычную плотную бумагу. В каллиграфии важны четкие ровные контуры и живые линии знаков. Твердая поверхность стола не подходит для работы. Лучше, чтобы лист лежал на чем-то мягком. Ни стекло, ни промокательную бумагу нельзя назвать подходящей поверхностью. Если писать с нажимом, как я и говорил, бумага будет обеспечивать необходимое сопротивление, которое необходимо при письме, и к которому вы со временем привыкнете. Я пользуюсь немецкими широкими перьями, предназначенными специально для каллиграфии. Они очень хорошего качества и служат годами. Хотя многое, конечно, зависит от чернил. Обычные чернила для авторучек быстро приводят перья в негодность. Если нужны очень тонкие линии, можно немного заточить край пера на масляном камне Арканзас. Важно не только уметь менять угол во время письма, но и писать так, будто вы играете на фортепиано. Все дело в том, с каким нажимом пишутся различные элементы. Здесь он сильнее в начале, к середине штриха он ослабевает, и снова усиливается внизу. Видите разницу? Вот здесь она показана наглядно.
и контроль над пером – вот качество настоящего мастера. Рассмотрим несколько примеров того, как двигается инструмент в ходе построения символа. Горизонтальный элемент заглавных букв «Е» и «Ф» можно писать одним движением. Начиная горизонтальный штрих, нужно постепенно переносить нажим на левый нижний угол пера, затем усилить его еще немного и повернуть перо на 90 градусов в вертикальном направлении. Получается засечка. Конечно, делать это надо плавно. В коммерческих работах, в рекламе, в заголовках, в книжном оформлении иногда необходимо прибегать к доводке букв. Но чем меньше исправлений, тем лучше будет результат. Подводка контура белой акварелью допускается только в коммерческих работах. Вот хороший крупный план. Нижняя горизонталь пишется аналогично, только перо поворачивается не вниз, а вверх. Но при этом обязательно нужно менять нажим. И должен признаться, я не придерживаюсь каких-либо соотношений ширины пера и высоты строчных букв. Техника работы с пером, которую использую я, дает свободу от какой бы то ни было системы. Леттеринг требует больше гибкости и не такое строгое следование канонам, как в дизайне или типографике. Мне кажется, важно лишь то, чего вы хотите добиться. Обратите внимание, как то же самое перо может давать и тонкую линию. С другой стороны, небольшим пером можно буквально рисовать символ. Оно способно в точности передать любую деталь, если работать им как карандашом или шариковой ручкой. Вы быстро убедитесь, что широкое перо экономит массу времени при отрисовке букв по сравнению с круглой кистью, которыми обычно пользуются в художественных студиях и рекламных агентствах. Особого контроля инструмента требуют маленькие буквы. Помните, на бумаге должно появиться только то, что вы представили у себя в голове. Никаких сюрпризов быть не должно. Буквы как люди. Одни полные и круглые, другие стройные и тонкие. Упражнения с шариковой ручкой могут помочь избавиться от неуверенности в собственных способностях. Попробуйте сами. Может быть, в упражнениях с широким пером я уже ушел слишком далеко от каллиграфии, но и шариковая ручка может стать прекрасным инструментом, если ею правильно пользоваться. Самая простая ручка позволяет делать вот такие эскизы и наброски. Кроме того, если вы обычно пишете шариковой ручкой, с помощью вот таких буквиц сможете добиться каллиграфического эффекта. Тонкой шариковой ручкой можно писать спенсериан, если вы, к примеру, работаете вот на такой свободной композиции.
Цапф считается одним из самобытнейших дизайнеров среди тех, кто занимается алфавитом. Он не только известный каллиграф, но и признанный дизайнер книг. Проводимые им исследования легли в основу нового вида фотонабора, тесно связанного с компьютерным программированием. Его знание исторических форм по масштабу не уступает его вкладу в современную типографику. Его элегантный дизайн отражает характер нашего времени, так же, как современное искусство, архитектура и наука. Мы больше не строим античных храмов, готических соборов или вилл эпохи Возрождения. Наш архитектурный стиль — модерн. Также и в буквах. Цапф старается следовать простым, четким формам без архаичных пережитков, без излишней манерности. Формам, которые созданы с оглядкой на человека современным, но не стремящимся следовать моде. Результатом становится дизайн, отражающий взгляды современного мира. Наши задачи радикально отличаются от тех, что стояли перед художниками прошлого. И мы должны искать решения, которые будут новыми как технически, так и эстетически. Спутник связи не знает государственных границ, не знает их и письменное слово. Такие мастера, как Герман Цапф, являющийся частью мирового сообщества художников, считают своим долгом обращать внимание на те трудности, которые ждут человечество в настоящем и будущем. К слову о будущем. На своей недавней лекции в Гарвардском университете Цапф сказал: «Мы уже используем фотонабор и компьютерный набор, но разработка букв и шрифтов для передовых технологий будут требовать более широкого внедрения математики и электроники. Новые формы знаков должны учитывать необходимость компьютерного чтения данных. Нам предстоит объединить традиции и прогресс. Значит ли это, что новые технологии вытеснят профессиональных художников, занимающихся буквами? Нет. Ведь алфавит никуда не исчезнет. Но нам нужно будет учиться решать новые задачи. И осваивая новый материал, мы должны помнить об окружающем мире и в первую очередь о самой сложной и важной задаче художника — следить за тем, чтобы в погоне за технологиями и массовым производством мы не потеряли красоту».